Визит в Барыш председателя правительства Александра Смекалина состоялся 14 декабря. В здании администрации подвели итоги акции «Месячник налоговой помощи и финансовой грамотности». Задачи, которые мы ставили перед собой на год, они выполнены. Только по итогам этого месячника, который проходил не только на территории Барышского района, но и на территории всей Ульяновской области, дополнительно получено в бюджет региона более 70 миллионов рублей. В рамках акции был организован творческий детский конкурс на тему налогов и финансовой сферы жизни. Состоялось награждение победителей. Номинаций множество. Лучший рисунок, лучший видеоролик и лучший слоган. Ученики средней школы поселка Поливаново представили свою сказку о налогах. Едем. Каждый на машине. На шипованной резине. Годы шли, налоги забыли отдать. В этот же день Александр Смекалин посетил общеобразовательную школу номер 1. Школа эта непростая, есть в ней свое телевидение и даже собственная республика. Ученики показали свои достижения в различных занятиях от вязания спицами до робототехники. Ученицы старших классов подарили председателю правительства свежий номер школьной газеты. Спасибо. Вам будет интересно читать? Хорошо, сейчас поеду домой, как раз обратно. Да, у нас раз в месяц выходит газета. После выставки состоялась конференция, на которой ученики задавали важные вопросы о профессиональной ориентации и о том, какие специальности будут востребованы через несколько лет. Виктория Шикова, Даниил Сурков, Новости Ульяновской правды.